В своем интервью президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание вопросам самореализации молодежи. Реформы позволили молодым людям делать успешную карьеру на госслужбе. Сегодня молодежь представлена в парламенте, мажилисе и министерствах. Наши молодые люди сегодня должны использовать по назначению те возможности, которые сегодня создаются на уровне правительства, государственных органов. Мы говорим о том, что, может быть, в наше время не было таких возможностей. Сегодня очень важно, чтобы молодые люди могли не только использовать свои знания, умения, но и в том числе знать о том, какие сегодня инновации и программы создаются для молодых людей.